На канале есть новый плейлист «Любая прошивка». Туда я складываю по каждому производителю универсальный способ, как его прошить по возможности. Nikon. Canon чуть попозже посмотрим. Я уже шил несколько фотоаппаратов. Фотоаппараты есть в плейлисте «Прошивка фотоаппаратов». Что-то такое. Попасть можешь с главной страницы каналов. Ну и ссылка всегда в описании есть под видео. Сейчас прошьем Nikon. Nikon — это модель... Ё-моё. Nikon 1S1. Вот так вот он выглядит. На его примере покажу, как прошить практически любой фотик Nikon. Большая часть на компьютере. Здесь на камеру все, что нужно знать, что вам нужна карта памяти любого размера. У меня это вообще вот старая, 512, она безотказная. Прошивки немного весит. И потом уже во включенный фотоаппарат мы ставим флешку и сможем его прошить. Единственное, он еще, знаете, что он должен быть хорошо заряжен, если не на полностью. Там есть какой-то лимит по заряду, он не даст прошить, если разряжен фотоаппарат сильнее, чем положено. Идем на компьютер. Карту памяти я сразу вставляю в компьютер, потому что мы к ней сейчас вернемся. Я ее даже форматировать не буду, вам рекомендую ее отформатировать. Ну, тут, по крайней мере, место есть свободное, проблем возникнуть не должно. Значит, мы гуглим тему нашего аппарата. Nikon 1S1, пробел, прошивка. У Nikon есть download-центр, извиняюсь, тут стены сверлят. Download-центр.nikon чего-то там, даже выговорить не могу. У нас Windows, у нас не macOS, тут есть и текст инструкции, как что прошить. Вот, и вам также нужна будет, так, вам также нужна будет информация, лог, что добавили в этой прошивке. Но мы прошиваем ее просто потому, что я вам хотел показать прошивку. Вообще, прошивка пытается убирать какие-то косяки софтовые, если что-то допиливают там и так далее. Но это будет не наш совершенно случай. Нажимаем принять, нажимаем загрузить. Это будет экзешник, он просто распакуется в какую-то папку, скорее всего, в ту же папку, где он лежит, то есть в папку загрузки. Блин, да этот мастер вообще вот не в тему сейчас включился. Уберем его, еще раз загрузить. Так, 18 мегабайт, немного. И экзешник — это просто автораспаковщик. То есть по сути его можно открыть просто любым архиватором. Так, скройся. Значит, загрузки. Вот так выглядит этот файл. F1, FS1. И мы потом на камере еще посмотрим, как он у нас этот будет называться. Так вот, он распаковался, даже ничего не сказал. Я на рабочий стол перемещу, чтобы мне наглядно было и вам. И вот этот файл bin нужно положить на флешку. Я всегда рекомендую, если не знаете, что конкретно делать, то, во-первых, сам файл копируйте просто в корень флешки, без папки. А во-вторых, я еще рекомендую и саму папку положить также точно в корень флешки. Потому что бывают модели, которые шьются только из папки, например, update или upgrade, что-то такое. Вытаскиваем флешку, мы безопасно ее извлекаем. И можно будет на фотоаппарате посмотреть старую версию прошивки и ту, на которую он обновится. Так, флешку мы извлекли. Сейчас только с батарейкой, возможно, танцы будут, потому что она может оказаться разряженной. Тогда видео прервется, я заряжу, и потом мы вместе с вами продолжим. За шум извиняюсь, ноутбук у меня склеивает ролик, который только что я для вас записал. Нам нужно меню, настройка. В настройке нам нужно что-то с обновлением связанное. Так... Версия прошивки, его пойдет. Открываем. Сейчас установлена 1.20, версия A. А B — это та, что у нас сейчас на флешке. 1.20 тоже. Блин, хотел вам показать прошивку, нифига. Свежак, значит, стоит. У вас здесь будет кнопка «Продолжить», либо «Обновить». Нажимаете на нее, и он пойдет ее прошивать. Но есть тут важный такой интересный момент, что хочется это все-таки посмотреть. А для посмотреть я вам сейчас из своего старого ролика, я прошивал там, по-моему, Nikon D3320, я покажу, как официально эту прошивку прошить. Сейчас кусочек ролика своего же я сюда вставлю. Флешку поставили, снова версия прошивки, он у нас нашел на флешке обновление. Нажимаем обновить, он говорит, что текущий 1.0.0, новый 1.0.2. Я, конечно, многих так на нее выбираем, окей. Он говорит, что нельзя выключить фотографию. Конечно, много на эту прошивку надежд не возлагаю. Дожидаемся окончания, не прорываем. Батарейка должна быть заряжена, как мы помним, чтобы, не дай бог, она не вывалилась. Прошивка подходит к концу. Он может или выключиться, или перезагрузиться сам. Но сейчас он нам даст какой-то ЦУ. И мы будем уже отталкиваться от обстоятельств. Полоска полностью заполнилась. Обновление завершено. Выключить камеру.
После этого вы камеру включаете, проверяете, какая версия установлена у вас под надписью A, если хотите посмотреть, если стоял ранее там 1.10, например, а сейчас будет 1.20, и можно пользоваться. Для тех, кому интересна эта тема, я прошел Nikon D3100, я там ставил прошивку, чтобы он начал поддерживать сторонние аккумуляторы. Но это уже тема немножко посложнее, это уже неофициальная прошивка Nikon. Все, все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.